обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – это не только одно из приоритетных направлений работы государственной власти, но и забота о конкретных семьях, которые ожидают улучшения своих жилищных условий. Получение ключей от новой квартиры – событие всегда волнительное, особенно если ключи тебе вручает лично глава округа. Это счастливый финал истории, который длится с 2012 года. Именно тогда была принята адресная программа развития старой части поселка Развилка, по которой планировалось переселить людей в новое комфортное жилье. Очень долго этого ждали. Я вот, знаете, еще в школу ходила, как ждала этого момента. И сегодня для многих действительно очень счастливый день. Спасибо вам большое за содействие. Я очень надеюсь, что квартира нам понравится, и каждая семья будет в ней особенно счастлива, как никогда. Спасибо. Возведение многоквартирных домов ЖК «Три квартала», который тогда назывался «Новая развилка», началось в 2015 году. В мае 2018 строительство было приостановлено и запущено снова в 2020. То, что люди получили жилье – итог большой совместной работы областных и муниципальных властей. Были люди, которые нам очень много обещали, но быстро потом растворились. Все стало, недостроенные дома стояли, мы нервничали. Но потом, благодаря Станиславу Анатольевичу и Вере Петровне Поповой, в общем, и всем сотрудникам, вот сейчас уже с другим собственником, в общем-то, уже практически в ручном управлении вопрос решился. Застройщик планировал передать квартиры еще в декабре, но не успел доделать ремонт. Руководство округа постоянно контролировало процесс и следило за тем, чтобы люди переехали в квартиру с качественной отделкой. Я вас поздравляю. Еще раз огромные слова благодарности от меня, от всей нашей команды за ваше терпение. Действительно, мы уже много раз с жителями старого поселка встречались на личных приемах. Я лично обещал, что это свершится. Важно, чтобы те квартиры, в которые вы заезжаете, полностью вас удовлетворяли, были такими, которые вы ожидали увидеть. И эти ожидания оправдались. Станислав Катров стал и первым гостем во многих квартирах. Новоселы с удовольствием делились планами на будущее и эмоциями. А вид из окна какой? Да, ничего не загораживает. Да, да. Замечательно. Просто красота. На первом этапе жители старого поселка получили 26 квартир, но этот марафон важных для каждой семьи событий будет продолжен. Сейчас у нас с вами переедут первый, третий, частично пятый с восьмым домом. Остается еще порядка 6 домов. Их надо также, конечно, переселять людей, дать им возможность комфортно проживать. Поэтому работа будет продолжена. Мы не останавливаемся и максимально все получат свое комфортабельное жилье. В общей сложности проект затронет примерно 400 жителей старого поселка, которых переселят в 176 новеньких квартир. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.